Вакцинация набирает обороты. Первыми прививают, как и планировалось, медиков. Так, в Одессе одна мобильная бригада успевает привить до 70 медиков в день. Сейчас реакция медработников, которые уже вакцинированы, в норме. Чиновники с профильного департамента горсовета говорят, что у некоторых врачей наблюдается повышенная температура и слабость, но это нормальная реакция на любые прививки. Станом на сьогодні особливих скарг не зареєстровано. Ті скарги, які були зареєстровані, це незначне підвищення температури та місцева реакція, повністю підпадали під описані інструкції реакції і не виходили за її межі. Кроме того, началась подготовка ко второй волне вакцинации. Напомню, что следующими получают вакцину медики, которые не работают с больными на коронавирус, соцработники, персонал домов престарелых и люди старше 80 лет.